Всем доброго! Живстрой, людоед! Мы помогаем строить внедорожники по всей России и в странах таможенного союза. Но нашим менеджерам тоже нужна помощь. Это разобраться с неправильными вопросами в соцсетях. Про бампера я уже говорил, теперь про подвеску. Сколько стоит моя подвеска? Мужики, подвеска бывает разной высоты, под разную нагрузку. Амортизаторы бывают газовые, масляные, регулируемые, усиленные. Еще и плюс десяток производителей. А также подвеска может быть построена на дропбоксах или на клюшках. С выносом моста вперед или без. Именно поэтому в заголовке каждого поста написано: пишите в почту. Такие риторические вопросы расписать и показать в ограниченных возможностях соцсетей невозможно. Заинтересовал пост? Напишите в почту. Вам придет готовый ответ сразу на все вопросы. Мы 10 лет этим занимаемся и наперед знаем все, что вы у нас спросите. В половине соцсетей нет даже поиска и возможности показать вам фото в переписке. WhatsApp. Просто память закончилась и все. Мы вас потеряли. Это мессенджер, а мы магазин «Жипстрой». Поэтому заказы, пожалуйста, присылайте в магазин.